блогер, стример или регуляр юзер? Ботер. Ботер. Может, вопросы какие имеешь интересные? Почему, типа, вагнеровцы очень, типа, их сделали страшными, но почему-то, почему они, люди говорят, русские, то они такие страшные, и и украинцы от них уписываются. Ну, распиарили их просто. Ну, это понятно. Тебе, тебе сколько лет-то? 13. В каком классе учишься? В 7-м. Ну, молодец. Ладно, давай, успехов тебе. Ладно, давай, вам небось тоже. Девок ищет. Так небольшой, а вы блогер? Ой, подождите, я предыдущему долбоебу звук выключил, извините. Вы блогер? А, ну да, вы же тоже блогер, я вижу, раз звук... Не-не-не-не-не-не, у меня просто компьютер дорогой, не переживай. Да нет, я к тому, что звук выключают только блогер, иначе... вот когда просто... Подождите, когда орёт вам человек там... Сын мамина шлюхи, Украине пизда. Вы думаете, мне приятно это слушать? Я понял, да. Не, но это можно приглушить звук, да, не полностью выключать. Приглушил, и вас не слышу. Ну, я понял. Хорошо, я не ору, я нормально общаюсь. А вы, извините, пожалуйста, вы на какие темы общаетесь, как блогер, какие вы развиваете темы? Ну, у меня несколько тем, в основном научные темы, вы на них вряд ли будете общаться. Общаюсь также вот... Научные темы в каком направлении? Ингибирование, катализ, физхимия, кинетика, Следующие темы. Так, история футбола. История, вы на какие темы общаетесь? Каких веков, какие года, там, не знаю, 19-20 век. Я понял. Так откуда вам пошли русские? Расскажите мне, пожалуйста. Ну, есть несколько версий. Одна версия, которая у вас не принята, что они пошли от Руси. Mm-hmm. А у вас пропагандируется противоположная версия, что якобы там стали... А Русь в каких веках была Русь? Русь была, здесь с 8-го... С 8-го-9-го по 11-12 век. С 8-го-9-го по 11-12, правильно я вас понял? Да, да. Я понял. А почему, скажите мне, пожалуйста, вы видели такое историческое, нет, точнее, исторический предмет, как меч Железняка? Вы видели такое? Там, где на украинской мове еще написано в 8-м столетии на украинском языке. Вы такое припоминаете или нет? Нет, я-то не видел, но я слышал. Никакого там украинского языка нет, там древнерусский? Там древнерусский язык, да. Другое дело, что я с вами могу согласиться, что ваша мова ближе к древнерусскому, чем современный русский язык. Это да, есть такое. Я понял. А скажите мне, пожалуйста, у вас вообще мнение какое? Вот просто люди разделяются в чат-рулетке, знаете, на то, что украинцев никогда не существовало, они появились в 91-м году, да? А русские — это еще со времен России. Руси, точнее, да? Да. Какое у вас мнение, мне интересно? Если вы занимаетесь историей, да, изучаете, мне вот интересно послушать вас. Русские были вот в современном понимании как народность или как этнос в доимперскую эпоху, то есть в русском царстве. В имперскую эпоху они назывались великороссами, а русскими назывался субэтнос, то есть великороссы, малороссы и белороссы. Вот вместе они назывались русские. А большевики вернулись опять к доимперской системе, значит, великороссы стали русскими, малороссы стали украинцами, а белороссы стали белорусами. А скажите мне, пожалуйста, Рюриковичи существовали или это вымышленные персонажи? Ну, существовали, я просто не знаю. А есть какие-то у вас факты в летописях, где-то прописано, не только в наших летописях, да, а в византийских летописях, есть прописано что-то про Рюриковича? Ну, я же вам сказал, что я занимаюсь, это самое, более-менее знаю хорошо историю 19-20 века, так древние я не копаю. Вы сказали просто, что Рюриковичи существовали. Да, нет, ну, по крайней мере, Иван Грозный так подписывался, как верит. Про Ивана Грозного, давайте про Ивана Грозного. Скажите мне, пожалуйста, почему у Ивана Грозного, у него на шлеме были атрибутика арабского языка? Скажите мне, пожалуйста, это типа как-то было соотношение вот этих вот государств, что как респект
да, от византийских моментов, или это было что-то иначе? То есть у него на шлеме, да, если вы можете сейчас пробить у себя в гугле шлем Ивана Грозного, вы можете там найти у себя «Слава Аллаху». То есть у него есть арабским языком, да, набито на шлеме, там «Слава Аллаху». Но скажите, я вам верю, что такое может быть, что у него забито на шлеме. Показывает, типа, что была такая конфессия, как и мусульмане, в том числе и в русском царстве, наверное, поэтому. Вы мне скажите лучше, когда вот офицер, вы кто по национальности, украинец? Я украинец чистый, потому что я родился в 96 году, я уже родился То, что национальность или этнос, этническая принадлежность определяется... Если мы с вами разговариваем за этнос, да, да, мы можем сказать, что, грубо говоря, этнос у нас пошел еще с 6-7 столетия украинцев. Нет, россиян, у них очень сильно связано с Византией, с мусульманством, да. И то есть это непонятно, ну, вот согласитесь со мной, да? То, что Россия пошла с эпохи византийства, мусульманства, вот так вот все было сжато и появилось русское. То есть у россиян есть понятие, как русские люди, которые пошли от Руси. То есть они взяли, использовали Киевскую Русь, значение «ру» как «Россия», Русь, да, «Россия», и пытались украсть историю. То есть это шло веками, по сегодняшний день, правильно? Нет, ну вы меня все время сбиваете на Россию, я не из России, у меня VPN стоит. Вы не это самое. Не, у вас стоит Россия, у вас сзади был флаг ДНР, поэтому я понимаю ваш настрой, я понимаю ваше отношение к этой сейчас. У меня не было сзади флага ДНР. Был голубой, красный, там, я не понял. Это даже флаг, он похож на флаг ЛНР, но это не флаг ЛНР. Может быть. Флаг ДНР имеет черную полосу, у меня там черные полосы. Я вам скажу так, что если мы посмотрим по всем летописям, если мы посмотрим вот летописи, да, которые там Нестора были и всех остальных, то есть у нас указывается там то, что Россия еще в те времена устраивала геноцид над украинским народом. То, что Россия устраивала геноцид над украинской культурой, над стихами, там, над культурой, над поэзией и над всем остальным. Это в какие года вы имеете в виду? Честно сказать, да, я не балабол. Я вам скажу честно, что я не помню именно какие года. Честно. Нет, века какие, века. Века там шли сейчас. Так, это 14-го. Кто пошел «Слава Украине»? Это идут, наверное, такие 17-18 столетия. Ну вот чатик вам более-менее по грамоте подсказал. Вообще-то, подождите, где у меня чатик? Подождите. Я сейчас наклоню компьютер. Посмотрите, пожалуйста. А-а-а. Я смотрел в левую сторону. Но не окей. Надо меня воспринимать как блогера, потому что я с вами общаюсь. Сегодня впервые, можно сказать, нашел в чат рулет. А, ну, значит, у вас есть данные для блогера, уже видите, и маечку приобрели соответствующую. Так, нет, это маечка, которая, все. Понимаете, мы патриоты, да, мы хотим жить в своей стране, мы хотим жить в свободной стране. Я понимаю, да. Есть маркетинг, да, и мы этот маркетинг как бы принимаем, оплачиваем и получаем то, что мы хотим. Я понимаю. Обычно ваши сторонники ссылаются на два документа. Это Эмский указ и Валуевский циркуляр второй половины 19 века. Я больше всего слышал это то, что касается первое. Большинство людей, да, как бы с кем я общаюсь, они ссылаются на... как он называется, меморандум Будапештский меморандум, который был о том, что у Украины полностью забирают ядерное вооружение, то есть, может быть, у меня было более, поняли, ближе к нам, то есть, про вот это вот все, там, 19, 18, 17... Нет, ну, это очень, да, мы сейчас закончим, просто вот это более... Логично, потому что там действительно ограничивалось действие вашего языка, то бишь в то время малороссийского наречия, который впоследствии стал украинским языком. Там действительно было такое. Правильно, когда в Киевской Руси был древнерусский язык, правильно? Да. Старорусский, древнерусский, да. Его по-разному называют.
То есть с древнерусского уже пошли все наши языки, как на Русскую Федерацию, как на Беларусь, так и на Украину. Правильно? Вы со мной согласны? Да, согласен. Более того, я вам немножко подыграл в вашу пользу. Я даже, ну, это на самом деле так. Почему вы подыгрываете? Ну, мне интересна была ваша реакция. Нет, я не... В начале нашего разговора сказали, что я на тему истории с вами даже не пообщаюсь, правильно? Нет, я сказал на тему ингибирования вы с вами со мной не пообщаетесь. Мне нужно я же вам сразу сказал, когда вы перечислили с темой научной, я вам сказал. Хорошо, я понял. Ладно, если вас надоело по истории, можем по вашей теме Будапештского меморандума поговорить. Что вас интересует? Да, смотрите, Будапештский меморандум — это то, что Украину полностью ограничивает в ядерном оружии, да, то есть забирают. Ну вы же это сказали, я же согласен, да. Подождите, да. Что? Россия, Великобритания, да, обязалась быть, как им сказать, Ну, у вас считается, что гарантами, да. Я знаю. Почему у нас по договору? Вот у вас сейчас Донецкая республика, посмотрите. Да нет, это флаг Харьковской республики. Верните, сейчас у вас АОЭ, да? Вы еще тот пропагандон. Флаг Харьковской республики у меня. Ах, залупы, блядь, ебучие. Донецкой республики я никакого отношения не имею. Вы меня вызываете на маты. Не надо. Вы... Харьковская республика. У Харьковской республики получили пизды. И если вы сидите здесь, пытаетесь пообщаться по истории, так предоставьте мне хотя бы один факт, хотя бы один летопись, где существовала Россия. Скиньте мне, пожалуйста, сейчас сообщение, где хотя бы в одной летописи существовала Россия. Скиньте, пожалуйста. Я же вам сказал, я не из России. Меня Россия не очень интересует в данном диалоге. Вы за Россию, правильно? Нет, почему? Вы за Россию? Почему так решили? Я за независимую слабожанщину. Ах, как вы переобуваетесь. Ой, как хорошо вы переобуваетесь, потому потом горит территория целостности Украины с 91-го года, которая распределена на Россию, Украину, и там какой-то кусок еще правого сектора, да, я у вас видел. Скажите мне, пожалуйста, вот вы топите за Россию. Покажите мне хотя бы один летопись, в котором написано про Россию. Пожалуйста, давайте, факты. Факты. Мой первый факт — это меч Железняка. Откройте меч Железняка, и вы там начитаете украинский язык. Пожалуйста, открывайте. Факт про Россию. Повторяете 10 раз. Не было в то время России. Российская империя существует с 1721 года. Успокойтесь. Ни России, ни Украины тогда не было. Российская империя пошла из Золотой Орды. Вы согласны? Что значит пошла? Это территория, которую занимала Российская империя, до этого несколько веков назад занимала Золотая Орда. А отнюдь не пошла. Между ними были еще государства. Давайте вот так вот говорить. Россия все века. Я же вам сказал, что я не из России. Я не из России. Что вы все время скатываетесь на Россию? Подождите. То, что вы из не России, это одно. То, что вы пропагандируете Россию, это второе, правильно? Я ни слова не сказал, что я пропагандирую за Россию. Может быть, в ретроплане, как за Российскую империю, я уважаю в ретроплане. За современную Россию я еще тут ни слова не сказал. Современная Россия у нас спасла с 91-го года, как и Украина, правильно? Неправильно. Когда Украина первый раз огласила о своей независимости? Украинская Народная Республика. В декабре 1917 года. Легитимизировано это было по Брестскому миру 3 марта 1918 года. Хорошо, да. Россия что? Российская Федерация. Говорить о Российской Федерации, да, с таким названием тоже с 17-го года существует в виде РСФСР. А слово «Россия», она употребима и к Российской империи. Тоже было там двойное название, как и сейчас. Хорошо, смотрите, мы с вами согласились немножко, да, по каким-то историческим фактам. Так. Скажите мне, пожалуйста, вот на сегодняшний день мы с вами люди 21-го столетия, да, 21-го века. Так. У нас есть микрофоны, у нас есть компьютеры, у нас есть видеосвязь, где мы можем с вами общаться. Правильно? Как бы высокие технологии, которые позволяют
соотношение вот этих вот людей с разных точек мира. Скажите мне, пожалуйста, на сегодняшний день война это актуально? Ну, война плохой способ решения проблем. Я бы предпочел, чтобы Украина фрагментировалась мирным путем, а не военным. Почему Украина? Ну, потому что я являюсь патриотом Слобожанщины, патриотом Харькова, а Харьков находится в Украине. Если бы Харьков находился в России, может быть, я также говорил про Россию, например. Или бы... Харьков находится в Украине. Да, если, или если бы я был патриотом, допустим, города какого-нибудь Оренбурга, и хотел бы, чтобы он был независимым, я бы так думал про Россию. А поскольку я патриот Харькова, мне актуальна фрагментация Украины, а не России. Ладно, смотрите, я вам скажу честно свое мнение по поводу истории. Для меня история – это наука, да, как проститутка. То есть она в России одна, в Украине другая, в Польше третья. Я с вами полностью согласен, согласен, да. То есть если говорить по истории, мы с вами ничего никогда... Мы, мы уже закончили по истории, вы что-то хотели спросить по Будапештскому меморандуму. Вы со мной согласны, что мы с вами никогда по истории не вычислим сегодняшние события? Согласитесь со мной? Ну что да, Скажите мне, пожалуйста, я человек, когда никогда не желавший вам зла и всего остального, да? То есть почему я сейчас должен получать со своими детьми, со своей женой психологические травмы от прилета ракет, и вы это сидите в прямом эфире оправдываете? Какая... Вот оправдайте, пожалуйста, вот мне... как человеку, который никогда ни одному русскому не желал зла до каких-то событий, да? Почему я получаю психологические травмы, если мы раньше якобы были братьями, якобы? Ну вы уже повторяетесь, я вам отвечаю. Или вы закончили, можно отвечать? А, конечно, скажите мне. Значит, у вас наводящий вопрос сложным тезисом. Откуда вы взяли, что я оправдываю? Вот откуда вы взяли, что я оправдываю? Смотрите, у вас сзади флаг ДНР, у вас сзади флаг распределения украинской территории. Из-за этого я беру и делаю выводы, правильно? Я реальный сторонник фрагментации Украины и независимости Слобожанщины, вытекающей из этого. Но это не значит, что я поддерживаю это военным путем, чтобы было. Я не поддерживаю войну. Я уже это вам сказал, а вы все равно повторяете, что якобы я поддерживаю. Ну, повторите, чтобы я понимал, Харьков чей? Сейчас он находится в составе Украины. Да, сейчас. Донецк чей? Донецк, по вашему законодательству украинский, по российскому российский. А по вашему? Называется, мне все равно, мне Донецк как-то до лампочки. Мне Харьков больше интересует. Харьков, да? Да, я патриот Харькова, я вам сказал. Харьков, да. Сейчас Харьков с 1918 года по 1941, потом с 1943 и по сегодняшний день находится в Украине. Ну, а ваше мнение, где он должен находиться? Что значит должен? Я бы предпочел, чтобы он имел свое государство Слобожанщина. Я понял. А Бердянск, Кубань, Таганрог, это кто? Это... Что? Исторически давайте. Это вообще... Ну, если вы имеете в виду, что Таганрог находился в Украине, да, по Брестскому миру он был передан Украине, так же, как Харьков и Донбасс. Подождите, был Крым вернут России... Ой, точнее, подождите. Ну. Украинская Народная Республика, была типа СССР, вот эта вся движуха, да? Ну. Таганрогская вся республика была как бы обменена на Крым. Вы согласны со мной? Если конечно, не согласен. Это глупость. Вы можете взять даже энциклопедию вот в Украине. У вас есть сканы энциклопедии украинской. И там граница у СССР. Там Таганрог действительно был в Украине с 18-го. Потом... Я вас услышал. Я вам не надо, пожалуйста. Нет. Я говорю, я вас услышал. Нет. Он был до 24-го года в Таганрог. А потом его вернули РССР. Сегодня 22-й год, 24-го еще не было. 1924-го. Нет, все понятно. 1924-го. Я вас понял. Вы за Слобожанщину, правильно? Вы чтобы Харьков да. был Слобожанщине и все остальное. Да, и за съезд со Слобожанщины... Новгородскую область поменяли на Крым, вы этого не знаете. Я знаю, что это вранье.
вы знаете, что а вы знаете, откуда ноги растут? Скиньте мне, пожалуйста, ссылки какие-то, чтобы я понимал, что это... Да я вам уже сказал это самое. Открывайте энциклопедию украинскую. Не, скиньте мне ссылку, у вас есть чат. Скиньте мне, пожалуйста, посылание, ссылку. На что? Я не могу вам скинуть на ссылку на то, чего не было. Если вы утверждаете, что якобы Белгородская область была... Вы можете скинуть ссылку, там где Таганрогская область не являлась обменом на Крымскую область. Правильно ваша позиция? Вы можете мне скинуть ссылку, я ее прочитаю и с удовольствием изучу информацию, немножко интеллектуальнее, правильно? То есть мы, когда получаем новую информацию, мы становимся интеллектуальнее, правильно? Вы в начале нашего разговора сказали то, что я по истории ноль, и со мной не о чем разговаривать, но мы с вами уже разговариваем минут 15. Не, ну с вами интересно разговаривать, я такого не говорил, что ноль. Вы как-то придумываете на ходу, но это я понимаю. Не, вы в начале нашего разговора сказали, но вы похож на того, с кем мы не поговорим. Я не про историю говорил, а про ингибирование. Ну ладно, это нет, уже... Нет, так извините, пожалуйста, если вам скажу, мы сейчас с вами будем разговаривать о криптовалюте, о нодах подключения, и о всем остальном, вы тоже мне не составите конкуренцию, ну, правильно? Ну, я кое-что понимаю в криптовалютах, но я понимаю, да. Но я вам поясняю. Я изучил направление, по которым вы мне не дадите никакой вообще... Я вам поясняю, нельзя дать ссылку на то, чего не было. Нельзя дать ссылку, что я не верблюд. Дайте ссылку, то, что Таганрогская область не являлась арендой Крыма, либо Таганрогская область являлась вообще территорией, которая ни на что не обменивалась. То есть мы же не говорим на то, чтобы вы мне скинули то, что Таганрогская область была обменена на Крымскую область. Я вас прошу просто, что Таганрогская область была отдельно. Вот и все. То есть, одна ссылка на то, что Таганрогская область ни к чему не зависела. Я вам даю данные, потому что одно дело, я вам какие-то ссылки, вы можете сказать, что вы им не верите, а другое дело, что вы можете выбрать ссылки, которым вы верите, в частности, вашей украинской энциклопедии, УССРовской. Подождите, если честно вам сказать, я изучаю не только украинские источники. Да. Я изучаю русские источники, смотрю примеры, международные источники, смотрю примеры. И смотрите, я как человек... Слушаю нового человека, да, мы с вами в первый раз встретились. И мне очень интересно получить новую информацию для изучения, чтобы стать немножко как бы осознанней в каком-то направлении, верно? Мы же для этого общаемся. Ну, правильно. Я же вам сказал, где найти эти материалы. Они более информативны будут для вас, поскольку вы сами выберете ссылку. Ну, все понятно. Верно зря жалел детей Кирхама, их надо было брозгать да плетьми. Ой, вы... Что там у тебя там за это? Какая-то картинка у тебя там? Какая? У меня там две картинки. Наверху или внизу? Ну это там справа у тебя. А. Александр II, император. Александр II, император какой-то? Да, какой-то император. Ну вот так, что тебя связывает с этим императором? Чтобы спрашивали. Да ладно. Прапрадед был внебрачным сыном. Ну, конечно. А вы-то... Ну да. А вы-то на какие темы беседуете? Да, с русскими говорю. Ну, о чем? Почему? Я русский. Я русский по национальности. Задавайте вопросы, если... Может быть, расскажешь, что ты... А русский это национальность, извини? Да, русский национальность. Что, не знали? Так, слушай, я тут смотри, вот смотрю, тут такой белобрысенький, все европейской внешность. А я тут других азиатских, таких, узкими глазами. Они тоже говорят, мы русские. Ну так они вас троллят просто. Нет, а да, троллят, троллинг. Ты просто попытайся ему сказать, знать, что он не русский. Ну если я вам скажу, что я китаец, это что, я вас буду троллить? А он то же самое... Нет, а ты не можешь быть китайцем, понимаешь? Почему? Ну понимаешь, тут тренд такой ходит, знаешь, и русский, значит, классус. Ну если я скажу, а если я скажу, что я канадец, например, тоже не могу быть? Можешь. Ну, можешь. Правильно, потому что... Потому что... Говорящих в Канаде общину
Потому что канадец, верно, не поэтому, потому что канадец национальности нет, есть только гражданство. Citizenship есть, да. Молодец, да, соображаешь все грамотно. Ну, я понял, да. А что касается национальности русской, открывайте перепись населения Украины, последняя, 2001 года. Там вторая графа будет русские, 17,8%. Да, русские это не национальность, ну, хотя они новообразование какое-то, знаете. Ну, я и понял. Там коммунисты все равно придумали такое. Ну, коммунисты, они все придумали. Что только, ну, не, да. Что только не попади. Понятно. Ну, великороссами, да, а украинцев... Вот, и только коммунисты назвали русскими. Нет, ну до империи они тоже русские были, при империи были великороссы. Нет, так империи они были великороссами. Да, при империи были великороссами, а украинцы были малороссами, да, все верно. Ну да, украинцы были малороссами. Да, большевики все, да, все карты помешали. Новая сдача. Ну, помешали, но... Ну как, перемешали, новая сдача, как в преферансе. Новый прикуп. Так что тут все закономерно. А как там в Канаде у вас дела, расскажите? Да нормально, лучше, чем в Европе. Не жалуемся. Как там, помогаете Украине? Я? С какой стати я должен Украине помогать? Да не вы, ваше правительство. А, правительство помогает, да. Отсылаете там оружие, нормально? Да не очень, но то, что там лишнее отсылают. Сейчас... Последнее время, последние несколько месяцев, там месяца три я не слышал, что подсылали, но раньше говорили, что вот отсылают такие-то. А сам вы лично помогли Украине чем-то? Я сам нет. С какой стати я должен Украине? Я помогу Харькову, когда он будет очищаться от украинской мовы. Вот я сказал, написал уже, $4,500 я переведу на восстановление русского в метро. На восстановление? Так что значит освободили украинский Харьков от украинцев? На восстановление русского языка в надписях в метро. Вы не поняли, не дослушивайте до конца. Ну. Они просто тупо уничтожают мирное население, так, в Харькове. Так. Такой район Салтовка есть, да? Северная Салтовка. И после этого они стали против русского языка. Это вы хотите сказать? Вот, видите. Ну так какой умный человек будет за русский язык, когда русский язык их убивает? Ну хорошо, я вам приведу пример другой. Вы с ума сошли, скажите, вы. Но... Ну, я же вам отвечаю. В 1812 году была война между Британией... Ну, извините, я вас прерву, понимаете. Я понимаю, что вы коварный отварь, да, прячетесь там в западном мире. Ну, вы слушайте, вы же задали вопрос, я вам отвечаю. Потом, вопрос, да. Понимаете? Ну, хорошо. Потому что вот такие, как я, знаете, вот мы, британцы, мы занимаемся очень активно, чтобы, понимаете, Российская Федерация вообще не стала на карте мира. Но меня не интересует этот... Этот вопрос меня не интересует. Я вам говорю, что была война между Британией и США. И у американцев не было и мысли отказаться от языка бывшей метрополии в пользу языка аборигенов, как вы хотите сделать на Украине. Ну. Ну хорошо, я вам об одном, вы о другом. Купили, передавайте. Вот, поэтому я вам и говорю, что, понимаете, Харьков никогда не будет освобожден, и там никогда уже не будет русских имен. Так что вы... Ну я ж вижу, что вы в Харькове живете, да? География Харькова хорошо знаете? Нет, я живу в Британии, я просто ВПН поставил. Ну вы по-русски хорошо говорите для британца, и акцент у вас не британский. Видите, я на четырех языках
Ну хорошо, я вам доскажу мысль. У американцев не было... Yes, I speak. Yes, but from the other hand, I have Russian speaking channel, and for my subscribers more convenient if we have conversation in Russian. Я вам доскажу мысль. У американцев не было и мысли отказываться от языка бывшей метрополии, то есть Британии, когда она воевала с британцами в 1812 году, в пользу языка аборигенов. А вы хотите заставить Украину отказаться от языка бывшей метрополии в пользу языка аборигенов? For aboriginals, yes, sure, it's correct. Yes, Ukrainian is a language which has a feature of the deep inferiority. Do you agree or disagree? No, I disagree with you. It's very disgusted language, but in song it's very nice. Yeah, maybe. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не искушай. Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русские — это какой, чей отвечает? В соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Воронеж передали в 1922 році. Воронежская область. А в 22 году Львівская область где была? В Австро-Венгрии. Опаньки, так это не было еще? Ну, еще. Уровень интеллекта у Миколы Рушницы, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему. Как его фамилия, это уровень интеллекта креветки из Азовского моря. Хороший. А вы не знаете, не знакомы? 60 километров от кордону с Польщей. Ага. Как вы думаете, какая это может быть область? Сумська? Сумська область межує з Польщею? Не смієтеся? Сучке сім'я, а виведем за родную Россию, как уси их рассею, тяжела будет и исповедь. Без лишнего шума узнай, кто сейчас здесь стримит. Зарабян, первый секретарь Армении. Первые секретари обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьев из Краснодара приедет завтра. Ага, вот с ним и с Зарабяном завтра. Совместный стрим. Харкашовский был. Возле украинского уголовного чиновника. Италец. Да. Украина, которая создана. Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор у нас есть достойный ответ. Власть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаменами. От Харькова до Киева 480 километров, а до границы с Россией 40. Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой! Нашистской силой темною, с оранжевой чумой. Улица родная, и в небо гор.